Шайба слабовато осталась. Сейчас скоро будет Даугавинш четвертым. Манинин, Кугрышев, Манинин, Кугрышев. Вот так они здесь передавали шайбу друг другу. Сошников заблокировал Паутов. И не... Ой, это пас на Даугавинша, который вышел против Тарасова. И Тарасов спасает. Не удалось Каспарсу забить в меньшинстве сейчас. Но вылетела шайба, да. Так что остановлена встреча. Да, игра не будет. Именно это и думал Даугавинш. Браво, Тарасов. Мы говорили про него, то, что да, основной вратарь Ресета в предыдущем сезоне. И в аренде он находится. Но, посмотрите, опять Даугавинш стал убирать на удобную, да, и показал, что будет бросать. И вот эта поднятая правая нога, она не должна была смутить Тарасова. Но то, что он двинулся в сторону, и Тарасов уже на движение вперед. Остался бы в створе ворот.